Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Артур и Артём. Это атмосферное прохождение игры Star Trek. Мы находимся на корабле Enterprise. Мы совершенно спокойны. Все очень хорошо. Мы победили. И у нас даже выжили определенные члены отряда. Не все, конечно, далеко не все, не будем отрицать. Но выжили ведь. Да. После того, как двух дебилов подпустили к командованию корабля, вы видите, что произошло. Это нормальное состояние корабля, опять? Когда им управляют дебилы. Почему мы в начале серии занимаемся этим всегда? Почему бы и нет? Я умер. Ты бы видел, как я умер. Я тебя еще могу подлечить. Ты бы видел. Это было хорошее начало. Как обычно. In hour. Не издавай такие звуки. Ну, это он так сказал. Ухура! Ухура. Я понял, она и есть Кумар. Загримированный. Ну, в принципе, да. Ухура, Кумар. К этому все и шло. Подожди, что там взять можно? Как бы вот эту байду. Ухура, Кумаровна. Все, вот теперь-то мы пройдем. Нет. А зачем мы летим? Мы на их корабль летим? Или нет, что? Я вообще без понятия. Тут их просто много, аж кораблей. А почему я умираю? Я опять умер, я опять лежу? Ну, не умирай, пожалуйста. Вот объясни мне, ты где вообще летишь? Да господи, мы что, каждый раз будем это слушать? Походу, да. Ну как, в смысле, где? Я там в обход куда-то. Хорошо, объясни. Ну, наконец-то. Ой, в огонь убежал. Нормально. Нет времени объяснять. Хорошо, осталось корабль понять. Ууу, я в плохом месте лечу. Ты пролетел. Да, мы летим на корабль, кстати. Мы... Так я просто умер на ровном месте. Никакого не было. Вообще ничего не было, я просто умер. Ну, там, может, сзади кто-то подстрелил. Может быть. А что, в них стрелять уже надо? Да нет, вроде бы. А может? Да нет, ничего не работает, кнопки только управляем полетом. Нормально. Просто любое транспортное средство, когда я за него сажусь, оно становится... Социально опасным. Да. Тамара. Блин, ты в огонь убежал. Давление на то компьютер. Мы с Тамарой ходим парой. Так, хорошо. В этот раз у меня все будет как надо. Ты умер? Нет. Вот сейчас вот мне не от чего умирать. Ну да, как бы. Но я все же умер. Ты умер? Нет, сейчас не умер пока. Но в прошлый раз умер. Так, вон туда нам надо. Я сейчас долечу. Ты не умирай. Кван! Ура! Там такая мутная текстура была 89-го года. Типа, а все равно никто рассматривать не будет эту дыру в корабле. Конечно! А все равно никто не будет в это играть, да? А что мы будем делать с тем багом, когда анимация умирает? Да ладно, тут даже тестеры умирали. Мега корабль, на котором висит... Что это? Висит что это? Понятно. Проснись! Короче, флагманский корабль и все, и поперут все. Мордронс. Какие еще мордроны? Есть мордроны кругом. Кругом одни мордроны. Мордроны. Кругом одни мордроны. Идем-ка по картоху. В чем тут картоха? Антоха. Ну потому что мордрон. Мордрон. Куда нам? Там идет Звездные войны. Я а посмотрю. Мы тут в Стартрек играем. Ага. Ужас.
Я думаю, нам вот сюда. Я что-то взламываю. Иди сюда. Нет, сюда иди. Так, я иду. Лучше сюда иди, да. Иди сюда. Потому что там со взломом все провалилось. Иди сюда. Да, все, пропусти меня. Пропусти, ну, ну не подожди. Это ты чем сделал? My voice. Все, говорит, тут наверняка везде воздух будет. Давай снимем скафандры и выкинем их. Не просто снимем, еще и выкинем. Открой дверь! Я пытаюсь. Но... Did you open it? I'm waiting. I'm just standing here. Надо слушать, походу. Ну, теперь погнали. Здравствуйте! После каждой катсцены пушка убирается, ее нужно доставать. Ах. Убирается самый слабенький пистолет. Ты бы видел. Что там? Да враг бешено крутился на месте. Испугался, видимо, сильно. Сильно обиженный был. На жизнь. Здравствуйте, до свидания. Сканирую. Они живут. Сканируешь тут враги. Сканируй врагов пушкой. Ну где она пищит там? Что-то. Такой, блин, выстрелить, говорит, него или не надо? Они меня за своего принимают. А в тебя стреляют. Походу, есть свой. Все это время. Ты был избранником! Где Падми? Ну где Падми? Где Падми? Ты изнасиловал ее в гневе. Ну. Я не мог. Она сама хотела, я чувствовал. Ты где вообще? Как забавно ходит. Я не знаю. Куда идти? К выходу. Интересно. Интересно, про что он говорит, интересно. Про интересное что-то. Трибл 77. Подробнее. Покинуть флагманский корабль. Блин, зачем мы сюда прилетали, если нам его покинуть надо? Ну, чтобы покинуть, игру-то надо как-то, я не знаю. Им начальники сказали, сделай игру. Они такие, блин, еще один уровень придумать, говорит, надо. А давай они полетят на корабль, чтобы потом покинуть его. Окей. Ау! Это какие же эти комиксы, там три такие сидят из начальства. И такие, что-нибудь говорит один? И они такие, все такие. Вот типа такой. Круто. Они взлетят на корабль, чтобы покинуть его. Такие. Ты нажал там что-то? Подожди, я взломаю. Ты взломай и нажми. Ready. Ready? Let's do this. Музыка такая героическая, вот мы не знаем, эту звезду смерти взрываем. Ты говори. Сколько их тут касатиков? Немало. Дохни. Ой, патроны кончились. Простите, подожди секунду. Интересинг. О, опять. Все, не волнует, я ушел. Так, куда идти? Не знаю, я ушел. Я нашел. А, тут закрыт. Пип-пап. Я нашел. А как ты там оказался? Не знаю. Я просто шел, и вот я здесь. Мы прям в одном и том же месте одновременно оказались. Представляешь? Вот это вот называется. Кирк, я жду тебя, Кирк. Я что-то сделал. Да, блин, ты вон расшифровывай сигнал. Тебя жду, прям напротив. А что я делал до этого?
взламывал. Зачем? Тут коопная есть штука. Мы ее откроем, а взломаем. Блин, взломаем, откройся дверь. Не, я понял, но... Где? Да вот тут! Вот она, вот! А, я перепрыгиваю, нет, я перепрыгиваю. Да вот с твоей стороны. Да все, я понял. Капец. Капец! Ну ты, конечно, прогнал. Я? Я вообще так молчу. Долго. Ай, блин, они еще стреляют. Да пусть стреляют, неважно. Да как, я ж вышел из этой фигни. Если меня попадают. Давай. Да давай, ну. Ну. Ну, Грида, выиграй. Давай, надо. Давай, ну. Да, блин, опять стрельнули. Подожди, о, я понял, надо дверь закрыть. Все, теперь они не будут отсюда. Но смогут достать через окно, не доставайте нас. Так, поехали, дубль три. Давай, мага, красавчик, давай, хорошо придумал, дверь закрыл. Теперь никто не зайдет. Да, я не могу, они попадают в меня постоянно. А у меня никто не попадает. Потому что ну нафиг не надо никому. Давай, давай, убьем их просто. Вот, все, давай. Давай, быстро. Быстро делаем все. Ага, быстро, подожди. Воу, парень слазь. Быстро делаем и уходим. Получи, ура, 15 минут потратили всего лишь. Далее сгинку станцую. Там тари тарарай, хей! Ай-фай! Ай-свай. Смотри, там кто-то есть, и он что-то хочет. Вот теперь нам сюда, наконец-то. Мы покинули корабль, на который полетели, не знаю зачем. Мы не покинули еще. Ну, мы сейчас найдем главного злодея, и он умрет. Ну, он покинет корабль. Да. Биомодернизационная фабрика. Сейчас нас биомодернизируют. Ещё ты резкий, как-то тогда получилось. Это было прикольно. Капитан, что же делать? Капитан, я умру тут. Ого, ты там. Куда я попал? Где выход? Капитан. У тебя здоровье отнимается? Нет. А, да, да ладно. Чё, ладно. Ну, я добегу и все ок будет. Нет. Я останусь тут. Ну, я думаю, дойду до контрольной точки и все будет ок. Нет. То есть, и я именно в полете сам. Короче, убийство меня не убивало, а вот если я прыгнул... Ой, убийство меня не убивало, говорю, падение меня не убивало. А как я подпрыгнул наверх и попробовал что-то сделать, я сразу погиб. Так, нет, больше не надо крутиться. Факт. Давай. Ты знаешь, что делать. Оп. Я чуть не залетел в пламя. Чуть не залетел. Когда мы двери открывали, я чуть не залетел. Это Спок, кто его знает, ну, что да. У них там инопланетян происходит во время открывания дверей. Мало ли. Командор, where are you? Ты не туда пошел, командор. Факт. Ну, она уехала. Ну, и очень зря уехала. Не каждый день командор на тебя лезет. Давай. Ты же добрался? Давно. Как? По скиллу понял. Чисто по скиллу. Светись. Прыгай, мага. Мага, давай, красавчик. Давай. Вот молодца. У тебя все получится, я тебе приору куплю. Черную, заниженную. Не получится, красную куплю. Пусть себя дураком называют. Ой-ой-ой. Что-нибудь жахнет тут горячий. Горячий.
Давай. Очередная опасность. Опасность на пути. Аккуратно, аккуратно. Господи, боже мой, яйца там мне не раздали. Я опять застрял. Тай. Я все нормально. А, там слева типа надо смотреть капсулы, лежат. Круто. Нет. Капец. Почему они бежать не могли просто? Хоп! О, а ладно. Я тоже. Ты тоже не допрыгнул? Я просто даже не пытался. В этой воде у нас кончается жизнь. Это не совсем вода. Да залезайте! Капец, он просто залип в углу. А я телепортировался нахрен отсюда. Куда ты делся? Нормально. Так, вот дальше. И в итоге все равно тут. Опять воду? Похоже на то. Ты нормально? Живой? Пока да, но я чувствую это ненадолго. Ладно, я тоже прыгаю тогда. Нет, это было неправильное решение. Ну, ладно. Сделай что-нибудь, командир. Сейчас станет полегче. А хрен знает. Ну, ты сказал, ты же командир. О, это что такое? А, это телепорт. И куда идти нам, а? Я сейчас найду. Давай. Не получается. Короче, так. А давай, говорит, мы не будем тратить денег на концовку игры. Просто остановим игру вот у этой платформы. И все, они дальше все равно пройти не смогут. Все равно никто играть не будет. Ну ты, говорит, гений. Ну ты можешь. Да вот же, смотри, здесь две тут эти. Иди сюда. А, че, господи. Капитан, вы меня разочаровываете. Окей, наше любимое испытание. Давай, выпрямляй ее, суй, давай, хорошо. Все, пошел. Давай. Давай. Это было очень просто. Нет. Просто это скилл. Скилл. Нет. Есть только у меня. Естественно. Господи, что это за рога? Ого. Где я? Где туалетная бумага? Я был дома. Слушал Стаса Михайлова. И вот я здесь. Здравствуйте. А все, что ли? Говнюк. И как раз забежали в тупик. Воу-воу. Он просто друг. Вот вишенка так. Мне что поговорить. Чё, как дела? Видишь, они... Вот и капец. Что такое? Да нет, я думал, он друг. Да дохни ты уже. Ушёл. Короче, капитан, ты где? Ты внизу? А что там делаешь? Знает. А что я делаю внизу и правда? Хороший вопрос. Мы же там были. И сюда вроде. А мне сюда показывают. Вот. А-а-а. Ну я типа тоже там был. Ну типа да. Будем считать. Это было самое тупое попадание в ловушку. Это как Half-Life прям. Мистер Фримен. Бла-бла-бла, мистер Фримен. Он Фримен.
Гонфримен. Как жахнет сейчас. Окей. Сейчас так, следующий кадр в космос и... В черную дыру. Титры, да. Все еще. Это было гениально, капитан. Я знаю, помощник Спок. Зато у нас столько времени будет вдвоем. Дики. Напарнику требуется ваша помощь. Мне тоже требуется помощь. Я почти капитан. Ну, в смысле, я почти капитан. Сейчас тебя убьют. Я буду капитан. Вот он, мега скилл и эпик вин. Успешный перехват управления. Еще бы, за эту игру нам приходится больше заниматься такой херней, чем стрелять. Акт. Господи, это что такое? Это пять пальцев и глаз. Ну, я увидел, я сказал. Сам же спросил. И не поспорить, главное. В укрытии. О, Турель. Я постелился. Да-да-да. Давай. Подожди. У нас время идет, капитан. Блин, на туре. Ненавижу время. Стелс не удался, капитан. У меня управление сломалось просто. Я не мог в другие стороны идти. Конечно. Ну, он мне только влево шел. Вправо он не шел. Нажимал вправо, он все равно влево шел. Все, я валю, а ты умри. Нажимай выиграть. Здравствуйте. Ой, что я дошел. Упси-ду. Капитан, мне нехорошо. Ну, я думаю, это все. Потому что я вообще, черти где, я понятия не имею, как к тебе добраться. Нормально. Я в портал пошел. Попробуй. Ой, я тебя вижу. Ты живой еще, что ли? Да. А турель? ЮРС подниму. Не знаю. А блин, не работает. Ой, сейчас я умру, походу. Насколько упорно, что ох, даже нифига. После всего этого мы еще и выигрываем. Следует отметить ваши навыки стрельбы. Навыки, да. Так, я одну сломал. Ну, тогда я сломаю вторую. Два дауна, говорит, все работает. Есть третья. О, там щупальцы. А помнишь, мы там поначалу еще как-то оружие пытались сравнивать, выбирать? Сейчас по перцу вообще. Ага. Чем далее, тем и стреляем. А, ну поворачивай. Почему он не поворачивает? Ну, не знаю. Так, все готово. Я вообще пистолетом в последнее время пользуюсь, потому что все равно после каждой маломальской катсцены у тебя в руках пистолет опять. Ну да. Так, что-то еще там надо сделать. На, в телепорт. Давай, тут нужен кооп. Подожди. Я турель сломал. 270 минут осталось. Мы не успеем! Где ты вообще? Как ты там оказался наверху? Ты смотри по указателю. Ага, еще по порталам посмотри. Ну да. Давай. Давай. Да, блин, меня опять сбили. Да.
Блин, они врезаются просто в нас, капитан. Да, да, да. Давай, бери. Да, блин, не лечи его. Давай. 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 Ты же можешь, я знаю. А, ты что-то сломал? Или я? Игру. Игру не сломать. Ну и так. Стабильно работает. А, давай. Что так медленно? Да, хоть так. У нас получилось? Сейчас будем стрелять в эту хрень. Не-не-не-не-не. Ты уже сдрыснул? Нет. Нет. Дриснем отсюда. Что он сказал только что? Ну, типа, бухать собирается, а это Спок не хочет. Типа, говорит, рано еще. Да какой рано, пора уже бухать. Наливай, открывай, да шампанское валющее. Засали всю подъезд. Флагманский корабль. Гетов. Гетеров. Проклятый гетер. А что это за кнопочка? А, я что-то начал. Машина времени включена. Блищ. Неожиданно атаковать. Такие, опа! Давай мы тогда их всех убьем. Да, хватай гранату. Не получаю по оружию свои. Я выключил что-то. Ты что-то... Я выключил. Все повыключал. Вай, 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 вай. Получай, да? Шайтан. Не. А пердель опять тут это. Гранаты на вот тебе. Вот теперь взорвись вот так вот, хорошо. Unexpected results. Конечно. Everything is very expected. Because in this game. This shit happens. Вот ты увидел мои руки. То есть, ни с того, ни с сего. Нет, я попробовал перепрыгнуть. У него руки просто гнулись вообще во всех местах, как щупальца, когда он падал. Это японский какой-то чувак. Чувак. Капец, они кричат. Конечно, будет больно. Больно? Да. Ок, что делаем? Активируем. Чтобы не перепрыгивать. Ты успел. Блин, а выключения с этой стороны нет. Я все продумал. Сейчас, я думаю, будет что-то страшное. Горн Бруте. Не-не. Ну все понятно, короче. Ну да. Такой, блин, второй раз не получилось. Попробую третий. Я увернулся или нет? Нет. Давай, Майк! Это слишком смешно. Граната работает, это раз.
Ну на тогда гранату тебе. Осталось, господи. Ай-яй-яй, ой. Пока. Ай. Оп, упал. А чё? Ищерми, бешерми. Вы running out of time до сих пор? Все еще running? Все еще out of time? Тут никого нет. Ноги. Понаехали. На кой хрен вообще всякие винтовки нужны, если обычный пистолет точно так же выруливает? Ну я не знаю. Тут вообще много вопросов по этому поводу, но ладно. Лучше не стоит. Где? Выключай быстрее! Он что, вернулся? Это другой какой-то. Ладно, тогда на получай. Ой, даже вон тот, нет? Какой вон тот? Ну, который забрал нашу бабу. Да, нет вроде. Единственный. Нет, это другой. Тамару. Тамарка. Говно этот ваш. Убили как какого-то шакала. Так ты его убили, я его не видел даже. И? Давай. Это будет быстро. Нет, давай. Все, викенды. Я что-то хотел сказать. Договорить не надо. Говорит, заткнись. Shut up. Разработчики такие, а, валево. Это же это, огромная страшная хрень. Нет, сзади, позади. Нет, что такое? Типа, я очень волнуюсь за то, о чем говорю. Здравствуйте. С вами дерется. Ина? Граната? Тихо. Че это? Что делать? Ладно. А вот. О, это будет эпично. Нет. Блин, тут надо что-то выключить. Ну тут я нашел, что выключать, но мне не дают. А-а-а. А я вот так из укрытия ваше сяду, как прохаванный какой-то пассажир. Давай. Он в тебя стреляет сквозь стену. Он умен. А выключай за чертовой матери. А, больно! Так, есть одна. Командир. Я побывал в аду. Погнали дальше. Все, прикрывай. Прикрывай? Это как? Ну. И сам задумался, да? Я даже не знаю, что тебе ответить. Выходи по одному. Ты открыл? Пупитап. Вот крой ты уже. Открыл? Сейчас. Вот так. Weekend. Капитан, мы это. Во. Наконец-то. Как они попали сюда? Мы были на Энтерпрайзе. И вот мы здесь. 4 часа валим его людей. Но он задремал просто. Спросонья, бешеный. И злой. Так, сейчас тебя убьют, а я поржу. Похоже на то. Че, правда убит? Нехилая тактика. А, вон он. Где?
А, сзади! Командор, Шепард. Шепард Командор. Его нельзя парализовать. А то так хотел. Ну да, взять на свой корабль, у нас же есть опыт. Ох, да, тактика особо он тоже не блещет. Да дохни, куда ты делся? Даже добить не дали. Понял. Блин, ладно, тебе этот урод мне баба. Ты, короче, не дал даже что-то говорить, типа, иди уже отсюда. Да плевать, говорит. Прощай, Спок. Вот на тебе. Он даже не воткнул, ты видел? Нет, у меня вообще другая катсцена, я тут девку спасаю. Все, я все сломал. А у меня взорвался он. Телепортируешь. Кровавым пузырем. Большой галактический взрыв. Ура, 15 очков. Ну да. Открытое достижение. Люди с огромным терпением. Надо было выкинуть тебя в космос. Какая была возможность? Status of our engines. They're barely holding on, but they should be able to get us out of here. Good work, Mr. Scott. Sulu, full impulse, get us through that rip. Bing, bing. Пустил бы там, я не знаю, торпеду какую-нибудь, вот разрыв. И все. И пока. Без каких-либо там приготовлений просто. Так, да, все, хватит. Мы вернемся, там уничтожим. Да, давай, выключай. А и свалили. Какие впечатления от этой прорывной... Вот как-то так. Именно такие, да. Ну, это что-то на уровне там BioShock Infinite, Last of Us или даже выше. Геймплей просто великолепный. В те моменты, когда мы стреляем, враги убиваются рэгдоллом, просто они хотят убить нас своими смешными позами. Когда мы не стреляем, мы взламываем. Мы либо стреляем, либо взламываем. Да, больше в игре ничего нет. Одно из двух. Сюжет такой, да, там. Там даже пам-пам-пам нету, там чисто... Просто и не следили даже. Да нет, я следил чуть-чуть. Но там просто незачем следить. Там. Капитан, они напали. Теперь мы нападем на них. А теперь они у нас забрали того-то. Надо прийти к ним на корабль, чтобы убежать с их корабля. Сюжет просто это вообще эпичная победа. Короче, очень плохая игра. Боевка я вообще не понял. Прокачка зачем была нужна? Вот зачем она? Кстати, да, вообще она тут абсолютно бесполезна. Последний босс такой. Я, говорит, буду легче, чем два обычных врага, поэтому убейте меня быстрее. Потому что я знаю, что игра вам уже надоела, так что убивайте меня по-быстрому, я не сильно буду сопротивляться. Совершенно нет багов ни одного, вообще. Не, я не заметил. Ну, я, честно говоря, вот от таких игр в последнее время в кооперативе и получаю больше. Да, вот именно то, что поржать. Ага. Все. Короче, это было реально круто. Мне очень понравилось это прохождение. Не из игры, игра, мусор просто страшнейший. Поначалу мы ее как-то еще оправдывали. Да, то есть поначалу действительно нравилось, что смотрю, как-то визуально неплохо сделано. Но потом, чем ближе знакомишься с ней, тем больше понимаешь, что лучше не стоило. Но именно чисто за счет коопа. Да, особенно за счет этих дверей там. Пролезание. Да, моментов хватало на самом деле. Или когда там повис, помнишь? Или ты как на одной ноге катался? Я сегодня только пересматривал. Это было эпично вообще. Ты там как катался на одной ноге. Тоже круто. Или как я в двери застрял там. Там ноги даю. Пополам. Короче, народу, как ты видишь, тоже тут делало там три человека, походу, потому что титры уже кончились. Тихо-тихо, внезапный поворот сюжета. Я уже там все посмотрел, на самом деле. У меня уже менюшка. Ага. А ты титр выключил? Наверное, не знаю. Капец. Здесь такое интересное дело. Ну, здесь... я... На корабле летят? Угу. Ну, я это уже посмотрел.
Тут подлетает имперский крейсер, короче. Да, да. Дарт Вейдер такой. Рейн такой. Что, говорит, это за говно кургузы? Главный калибр огонь. Спок такой. Блин. Все. Опять. Ну, в общем, вот такое ты просмотрел из-за того, что любишь проматывать титры. А вообще-то я видел этот ролик. Ну, да, это не важно. Ну, короче, игра, все. В общем, больше по ней нечего сказать. Сейчас можно сразу удалить, да. Да, и забыть. Ну, прохождение ты. Я все брошу и побежу. 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 Не матерись. Побежу еще. Ага, зимой побежу. Ой, короче, это было очень весело. Разработчики, не делайте больше игры. Идите там машины мыть, я не знаю. Что там еще? Чем они могут заняться? Что там еще делают разработчики? В сантехнике можете пойти, потому что игры делать у вас не особо получается. Тут самый крутой персонаж, я считаю, это Карл Урбан, потому что у него глаза просто вообще, как я не знаю, они постоянно вообще в кучу, и такое ощущение, что он в своем мире живет в Нирване и обдалбывается всем, что есть на корабле. То есть, вон перила там, допустим, покрасит, он обнюхает, короче, ну ты посмотри, он убитый просто, ходит он там, что-то, не знаю, гонит вообще по-страшному. По-своему, у него своя атмосфера. Короче, такое прохождение. Надеемся, вам понравилось. Увидимся в других, которые обязательно будут. Может, даже по какой-нибудь хорошей игре. Ну, да, обязательно, то есть такой трешак. Да, ну, трешака тоже в последнее время много выходит. Так что без дела не останемся. Увидимся. С вами были Артур и Артём. Всего хорошего. Пока. Всем пока.